А перед просмотром видео я хотел бы вам посоветовать игровой магазин Тимса. В его магазине вы сможете найти прям различные игры, очень различные, по очень низким ценам. А, в принципе, заходите, смотрите игры, если что-то вам нужно, покупайте, еще раз скажу, по очень низким ценам. Ссылка будет в описании, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, в прошлом эпизоде мы сделали себе нормальное такое количество ультраболов, вроде 20 штук. И сейчас, ребята, давайте я, наверное, все это поставлю. А, мы еще алмазы нашли, да. Или нет? Или в каком этом? Ну, в прошлом эпизоде, да. Нет, сейчас. Да, мы вроде алмазы нашли. Так, сейчас я все вот это в сундуки немножко пораскладываю, что у меня тут есть, что можно поставить. Вот это можно поставить. Сюда вот это, и еще что-то, или нет? Вроде нет. Так, сюда вот, нет, вот что еще сюда, вот так. Тут у нас идет вот это. Ага. Так, сюда мы поставим сейчас... Или нет, сейчас. Вот это, вот это. Вроде все. Так, ребята. Наверное, я все-таки сейчас поменяю вот этого моего фосил покемона на другого покемона, как я, в принципе, уже говорил. Чтобы не было просто-напросто одинаковых покемонов, и чтобы можно было собрать всех закаменелых покемонов, как бы, доисторических, да? Так что давайте включаем гейммод. Этого выкидываем, ну как бы меняем, да, ставим гейммод и берем, кого мы возьмем сейчас. Так, давайте. Омонайт нету, Кабуто нету, Аэродактиль есть, Лилип нету, Анорит нету, Кранидос нету, Шелдон есть, Тиртуга есть, Арчен нету. Давайте берем, наверное, Омонайта. Да. И чтобы было как бы более-менее нормально так за обмен, отдаем 5 алмазов. Вот. Чтобы как бы, да, мы поменяли вот еще на 5 алмазов, да. Ну, просто как бы поменяли и отлично, ребята. Чтобы не было одинаковых покемонов и выкидывать доисторических покемонов тоже не хочется, как бы фосилов, да. Так, ребята. Так, сейчас мы идем... Что тут у нас плавится? Ничего, тут тоже ничего. Вот так вот. Сейчас идем мы, наверное, все-таки уже будем нашего покемона делать. Вот он тут. Нет, берем. Так. Отлично. И в один ультрабол. Отлично. Пока он тут делается, давайте, наверное, еще сделаем себе... немножечко ультраболов и пойдем, наверное, еще ловить покемонов. Я, в принципе, не знаю кого есть у меня на подходе, как бы наподобие покемоны, которые я хочу. Ну, нужно их поискать. Ну, в принципе, у нас есть еще покемоны, которые нужно прокачать, да, то есть Драгонейр, Дивот, Хантер. Хантера я еще прокачаю уровней так 15, и уже можно его будет эволюционить Генгара. Кого там еще можно прокачать? Фиг его знает, кто там у нас еще есть. Ну, вроде вот эти только остались. Ну, вот сейчас еще наш покемон вот тот сделается. Так, отлично. 20 штук. И давайте еще тогда сделаем 20 штук вот этого. А сюда поставим... а сюда камень поставим. Нам же нужны кнопки, да? Так. Так. Вот так вот. И... Не знаю, хватит ли вот этого молотка, чтобы сделать 20 штук.
Думаю, нет. Хотя... Посмотрим. Ну, в принципе, у нас там еще есть куча молотков, я помню, навыбивал. Всех типов, и железный, и алмазный, и золотой, и алюминиевый, и деревянный, и каменный, и всякие, что только можно. Так, сколько у нас еще там? А, выкидывай случайно, вот так. Все, уже почти что он сломался. Не буду я его чинить, так как просто нет смысла тратить алмазы или опыт, но... Можно его просто-напросто... Там у нас еще есть алмазы. Как бы еще есть молотки, поэтому... Хватит? Да, как раз хватило. Так, 24 штуки. Тут у нас еще... Так, что там у нас с этим покемоном? 65%. Так, ну пока что он там пускай делается. Сколько тут еще мы сможем себе сделать? 15 ультраболов мы уже себе сможем сделать. Еще давайте 5 кнопочек сделаем. И у нас вообще куча ультраболов будет. Он, уже 38 уровень у меня. Нифига себе. Так, кого бы... Ну да, пускай пока что вот эти будут качаться. А, ну давай, 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 давай. А, кто тут у нас еще есть? А, нет, тут уже все прокачанные, да? Да. Ладно. Так, делаем себе еще кнопочки и делаем себе ультраболы. 43 ультрабола, нифига себе. Так, это уже мы, мне кажется, нормально так сможем покемонов наловить, да? О, большой уровень. Отлично. Наверное, не буду я пользоваться телепортом, я просто хочу посмотреть, если я целую серию не буду пользоваться телепортом, будут у меня лаги или нет. Просто хочу посмотреть, ребята. Ух, ни хрена себе, сколько покемонов-боссов заспавнилось. Так, главное не прокакать ни одного, ни второго, ни третьего. Так, там у нас еще один. А, куда мне ближе? Давайте пофиг сюда пойдем. Тут, наверное, пропадет, но ладно. Так, бежим. Да не-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 не. Да бежим. Где наш там покемон? Где. Да, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот. И в принципе этого покемона тоже можно будет словить. Да ты что, издеваешься, что ли? Ух, ни хрена себе. Так, как вот джет. Нет, вот так. О, еще один лаки эк. Ну, пускай он пока что будет. Так, вот еще один покемон босс, но он под землей. Да, я уже знаю, что он под землей, поэтому, ну, если успеем, конечно, то. А, наш там уже покемон вот тот сделался, 100%. Я что-то как-то и забыл про него. Так, да. Твою мать. Только прибежал, он уже пропал. Ладно. Ладно, бежим мы домой. Возьму я уже того покемона. Хотя, правда, я его пока что еще не буду брать как бы в свою команду, да? Он еще поваляется в компьютере. Так как нам еще минимум нужно прокачать Девота, чтобы его взять. Прокачаем Девота и потом поставим его в компьютер, да. Да, куда я пришел? Вот он тут наш. Да, твою ж... Да ты что, издеваешься? Да, что за хрень? Это что, с пустыми руками типа нужно брать или что? Да.
Ладно, все, поставили мы его в компьютер, потом я его возьму. Ну, в принципе, еще один покемон, да. А, побежим мы, ребята, в пустыню. Нам не хватает еще вот этого легендарного покемона. Не, ну как бы нам еще не хватает Молтреса, Запдуса, но как бы из новых легендарных покемонов. Кто там? А, нам еще не хватает вот этого, что в пустыне справится. Гроудон или как он там называется, честное слово, не помню. Ну как-то вот так, да? Plains Biome. Хуй, я только увидел надпись, уже подумал, уже в пустыне заспавнишься. Так, высота. Вот, он уже где-то тут, я его слышу. Или нет. Или он уже пропал. Да, вроде нет. Ух ты, ни хрена себе, какая какие шахты тут. Да где ты? Там? Или тут еще есть какой-то проход? Да твою ж. Только его тут уже или нету. Да нет, он есть. Ты что, еще ниже? Или мы тебя уже как-то пропустили? Сто процентов, наверное, уже пропустили. Потому что тут уже его 100% не может быть. Там я уже лаву слышу, поэтому... Знает, ребята, где он? Он уже, короче, пропал. Я так думаю. Ладно, и телепорт. Ну, давайте все-таки используем телепорт. И пойдем мы куда-то вот сюда. Так как хочу я в горы пойти. А, ночь. Ночь. Или все-таки ночью тоже поохотимся. Ну, в принципе, ночью другие же покемоны спавнятся, да? Как я знаю. Днем одни, ночью другие. Уже как бы вот так сделали, поэтому давайте все-таки мы так и сделаем. Да, на всех покачаем. У нас же Мьюту есть, да? Так. Тут у нас Кьюбон. Тут у нас... Нет, это небольшой уровень, поэтому идем мы вот куда-то вот сюда. Давайте, вот еще ж 3 уровня осталось. Да, его эволюции. Так, Сикинг, отлично. На тебе можно нормально таки прокачаться. А, этого уже нету, нифига себе. А, нет, не хотел я на того кидать, но пускай. Давайте идем мы домой, ребята. Все-таки поспим. Так, где вот? 33 уровень. Драгонейр 34, но... Не скоро он еще прокачается в Драгонейра. Драгонайта. Ну, хотя фиг его знает, как. Где-то на 50 уровне, я так помню. Поэтому, ребята, идем вот сюда куда-то. Кто там у нас? Пикачу. Так, Пикачу, ты какой уровень? 33-й, сгодится. Так, прокачаем мы еще Мьюту 15 уровней. А, ну да, это не очень-таки легко, как бы. Ему сейчас просто нереальное количество опыта нужно. Так, Райчу, да? Райчу 33, ты уже у нас есть. Так, тут у нас... Кто тут есть у нас?
Ух, там сколько покемонов всяких. Вот, сейчас же точно, сейчас же можно ловить покемонов. Я как-то и забыл, у меня же куча покеболов есть. Поэтому идем мы на небольшие островки, где у нас может быть Сквиртл. А где у нас есть какие-то офигенные островки? Ну тут, да? Где-то. Или где? Это у нас был какой-то остров. Я уже не помню. Вот он. Тут всегда куча покемонов на этом острове. Во! Этот, отлично, он большой уровень. Ладно, давай мьюту. Сквиртл, 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 Сквиртл. Там, да, вот он, вот он, иди сюда. Так, отлично. Пытаемся его словить. У меня просто нету каких-то покемонов, которыми можно хотя бы его пару раз ударить, поэтому, наверное, будем мы просто вот так использовать ультраболы. Просто все сейчас уже большие уровни. О, давайте, может, Хантером, если у него есть... Это чё, Шайни? Это Шайни! Это Шайни! И отлично, мы словили Сквиртла. Мы словили Сквиртла. А, да ну нахрен, опять Шайни Голдин. Он у нас есть, поэтому я его и не буду убивать, и я его не буду ловить. Ух ты, ни хрена себе. Не буду я его ловить, и не буду я его убивать, ребята. Так как есть у нас уже такой шайни, поэтому не нужно нам. Еще один Сквиртл. Ну мы словили Сквиртла, ребята, это офигенно. Хоть и он не такой покемон, который как бы начальный, да, можно и так сказать. Но это отлично, так как мы его словили. Еще один Ашавот. Сквиртл, там Вартортл. Ну, короче, куча сейчас покемонов заспавнилась, тех, которые как бы нужны, да, но... Которые редко спавнятся и которые нужны. Но когда они у тебя уже есть, да, они вот спавнятся куча. О, чё там? Новый удар, сейф-гуард. Так, 86 уровень. Наш Мьюту. Да чё ты... Так, 41 уровень. 41 уровень. Ребята, давайте все-таки на этом уже тут закончим. Наверное, продолжим сразу же тут прокачивать покемонов. В принципе, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.